В Черкесске на базе 18-й гимназии торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Алла Качеева подробнее. Это уже второй детский технопарк «Кванториум», который открылся в Черкесске. Первый расположен на базе 19-й гимназии. «Кванториум» поможет раскрыть потенциал учащихся в освоении современных технологий и выбрать будущую профессию. Здесь образовательные программы рассчитаны на возрастную категорию от 10 до 18 лет. Конечно, для нас это колоссальная радость. Вот эти два кабинета мы сейчас видим, какие у нас очень красивые. Это хай-тек, робототехника, это современное оборудование, которая стоит там. И наши детки, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы обучаться на этом оборудовании, познавать какие-то новые технологии. И я хочу сказать, что не только дети, но, наверное, наши преподаватели будут заинтересованы в том, чтобы повышать свою компетентность, потому что это очень интересно. К открытию детского технопарка «Кванториум» готовились не один месяц. Был создан дизайн-проект помещений, проведены ремонтные работы, обновлена мебель, оснащены лаборатории и зоны коворкинга. Специальную подготовку прошли и преподаватели. Квантом есть возможность у детей изучать и робототехнику, изучать проектирование беспилотных аппаратов, изучать моделирование земельной поверхности и многие-многие другие направления. Дорогие ребята, я хочу пожелать вам новых свершений и открытий благодаря такому «Кванториуму». Целью создания школьного «Кванториума» является организация образовательной деятельности в сфере общего и дополнительного образования с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. Как в этом случае, чтобы все четыре колеса были ведущими, подключить их через шестеренки. За счет этого у нас достигается большая маневренность, то есть разворачивается он практически на месте. Также, если обратите внимание, шестеренки также у него находятся в захвате. На открытие «Кванториума» 18-ю гимназию пришли многочисленные гости. Мэр Черкесска Алексей Баскаев пожелал школьникам больших успехов. Я уверен, что таких хороших, комфортных, современных условиях с новейшим оборудованием вы будете развивать свои таланты, свои навыки, будете заниматься дополнительным образованием в сфере робототехники, химии, биологии и других направлений. Я желаю вам успехов. Новый «Кванториум» органично вольется в уже существующую систему современных объектов Карачаева-Черкесии, созданных в рамках национального проекта образования. Ведь в республике было создано 113 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Алла Качеева, Артур Мхсе, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаева-Черкесия».